100% из вас считает так же, как и я считаю, что это не обязательно. Если так получилось, круто, но если это не получилось, то это не трагедия. И именно, можно сказать об этом, методичка по сексуальному воспитанию. Не о том, что надо рано начинать половую жизнь, а о том, как это правильно рассказать ребенку, как его уберечь от раннего начала, от травм, ответить на его вопросы, как я появился, не обманывая про капусту, сказать, дать информацию по возрасту, чтобы она его не травмировала. Причесывая еще хотела дополнить. Методичка, она для тех, кто понимает, что тему секса нельзя табуировать, что о ней нужно говорить с ребенком ради его безопасности, и вы не знаете, как правильно сказать. Вот методичка вам поможет. А вот красавчик. А, ты проснулся, сладенький? Будем кушать, маленький, будем. Я сегодня собираюсь идти на день рождения, купила себе кое-что новенькое. Сейчас вам хочу показать. Будем мерить вместе. Все рассматриваю свой живот. Конечно, он мне не нравится. Смотрите, девочки, мои новинки. Хочу начать вот с этих просто великолепных ботинок. Я о них мечтала. Я скажу честно, они стоили дорого, но я дождалась 50% скидки, и теперь они мои, посмотрите. Они просто шикарные, это замша, натуральная кожа, посмотрите, какой каблук. На них сейчас 50% скидка, по моему промокоду будет еще дополнительно 12% скидки. Тяните скорее ссылку, их очень мало осталось. Вот образ целиком, посмотрите, какая блуза, она из сияющего атласа, она идеально подходит для создания женственных образов, посмотрите, какие здесь рукава, классные, и сейчас на нее также 50% скидка, блузка обалденная, юбка невероятно модная, я обожаю, вот когда высокая талия, такой ремень, ее можно носить и на каблуке, и под сапоги, я сейчас хочу показать, как она под белые сапоги, сзади такой, посмотрите, классный, можно сделать разрез. Итак, девочки, самая классная новость для вас. Среди всех вас, кто сделает покупки до 3 февраля по моему промокоду Юлия Б, даст вам дополнительную скидку. Среди вас мы разыграем еще 8000 рублей на шопинг. Сейчас у вас есть классная возможность приобрести себе крутой новый гардероб по очень выгодным ценам, 50% скидки плюс моя скидка, и еще и выиграть дополнительно 8000 рублей. Скорее переходите на сайт и участвуйте. И смотрите, еще такой вариант, как это выглядит ярко, стильно, модно, современно. Очень круто, это все тоже из топ-топ, сапоги, вы в них влюбились, я вам их уже показывала белые, и свитер, все из топ-топ, здесь ссылка на скидки. Скажешь, что произошло сейчас? Вы бесились? Да неправда. А давай как? Дайте я сам расскажу. Давай, расскажи. Мы пускали попрыгун, просто и все. Потом к нам мама пришла, мы ничего не делали, и потащила нас умываться. А мы ничего такого не делали. А потом посадила нас на стул. Это какое-то было неверное наказание. И все. Все неверное было наказание. Честно говоря, хотелось надавать им как следует по жопе, потому что они орали и бесились, ну, весь день. Мы 100 раз их просили успокоиться, игры предлагали, это было бесполезно. И пока я их не потащила умываться, не посадила на стулья, они не угомонили. Выйдите, пожалуйста, Мироша спит. Выйдите, дети. Выйдите, пожалуйста. Выйдите, пожалуйста. Максим, выйди, пожалуйста. Я, честно, не знаю, что за день такой. Дети, ну, просто неуправляемые. Но они не вышли. Они разбудили его. Мне пришлось им крикнуть. Разбудили Мирошу. После этого они вышли из комнаты. День рождения решила идти вот так. Это тоже все из топ-топ. И блузка, и юбка, и ботильоны, которые я вам показывала. Чтобы было удобно кормить, чтобы я могла расстегнуть и покормить. Мы уже на дне рождения. Мироша там. День рождения у Маши. Наше развитие тоже безграничное. Вот я хочу, чтобы... Заменительница. Это моя подруга Маша, астролог, про которую я вам часто рассказываю, которая составляет мне все гороскопы. И Мироша составит. И всем. Для тебя. Нет, не то, что привычки. Есть такой... Мироха! Ты пишешь мне, как это прямо... Энергия вот уходит, прям настроение портится. Да. Замучили, Саша. Да. Жалко, не смогли снять, они тут бедрами размахивали одновременно. Пошел, синхрон.
Ты в шахматы играешь с папой, да? Ой-ой-ой, ты играешь? А тут еще одна парочка. Вкусно? Десерт. Крем-брюле. Молодец!